Женщина, например, ожидает от мужчины, что там он что-то там поменяется как-то, да, или там еще что-то. То есть вот люди живут, строят отношения, то есть они друг на друга накладывают какие-то ожидания. И живут в таких вот иллюзиях, а когда эти иллюзии рушатся, когда они понимают, что я же себе это придумала или придумал, то у них встает реальный выбор, да, либо принимать это как-то, да, либо менять свое к этому отношение, либо что-то еще. Вот что бы ты посоветовал в этом случае? Ну да, отношения хороши, когда они трезвые, потому что обычно отношения начинаются с эмоционального опьянения, когда недостатки, да, или то, что можно считать недостатком партнера, незаметны, не видны. Это, кстати, с точки зрения природы очень мудро. Главное успеть забеременеть, чтобы появилось потомство, а дальше уже не так важно. И вот когда наступает эта трезвость, мы наконец-то видим партнера более-менее таким, каким партнер является, то, во-первых, можно пересмотреть свои ожидания, понять, что да, вот человек такой, что есть несколько ключевых критериев, которые у нас для отношений есть, и в общем-то эти критерии выполняются. Остальное, ну, не так важно, можно понизить значимость этих критериев. Ну и второе, если это какой-то ключевой критерий систематически не выполняется, нет шансов, что он будет выполняться, особенно в том случае, если партнер уже достаточно взрослый, если ему уже больше, чем 25-30 лет, ну, скорее всего, человек уже сформировался, есть определенная структура психики, мысленные шаблоны, привычки, ожидания и так далее, то это вопрос к тому, чтобы задуматься, готов или готова ли я дальше всю оставшуюся жизнь прожить так, зная, что этот критерий не будет удовлетворен достаточно, или, может быть, вообще этого никогда не будет. Либо я считаю, что отношения без этого невозможны, и тогда я эти отношения заканчиваю, найду другого человека, с кем это у меня точно в жизни будет. Пример. Да? Один из примеров. У меня была ситуация в практике, когда пришла девушка, она замужем уже несколько лет, очень расстроенная. Вы знаете, я замужем уже столько лет, я познакомилась с мужем, все хорошо, да. И когда я познакомилась, мне казалось, что он любит детей. И да, он хорошо относится, у него есть племянники, племянницы, он за ними великолепно смотрит. Прошло какое-то время, там, по-моему, года три уже, они в браке, она закончила учебу. Встает вопрос, давай, ну, уже нам пора завести своего ребенка. Он на нее смотрит с удивлением, а зачем? Тебе, нам и так хорошо. Извини, ты разве не любишь детей? Люблю, но своих не хочу. То есть ключевой критерий, который есть у нее для отношений, да, что в отношениях должны быть дети. Это у многих так. И для нее без этого отношения, в том числе брак, это неполноценные отношения. В его системе восприятия, в его картине мира, ну, достаточно быть вдвоем и все хорошо. Дети не обязательны. И это очень сложный вопрос. Если мы сразу его не выясним, то мы можем получить очень большое разочарование на будущее. Вот, поэтому ключевые вопросы, вот, ключевые ожидания, ключевые критерии лучше всего выяснять еще на стадии знакомства. Да? Какие это ключевые вопросы, кстати? Это будут у нас дети, и если будут, то сколько? Это вопрос о том, кто будет главным, вопрос о свободном времени, ну, конечно, вопросы карьеры и вопрос отношений с родственниками. Вот это, пожалуй, самые-самые такие основные темы, в которых разыгрываются конфликты. Если по этим вопросам изначально есть согласие, и есть согласие по тому, как мы будем договариваться, если у нас есть какие-то там разногласия, то есть мы заранее обсудили механизм, как мы договариваемся, то практически обо всем остальном можно договориться при наличии доброй воли. Если же изначально по одному, а то и по нескольким ключевым критериям нет согласия, то это большой вопрос, стоит ли продолжать. Ну, вот так.